Более 3 часов в напряжении. Классическое произведение Александра Куприна «Поединок» уссурийцы оценят в новом, вернее, современном свете. Это авторское видение режиссера Михаила Руденко. Не меняя слов повести, он расставил акценты несколько иначе. Повесть Куприна написана незадолго до начала Первой мировой войны. И состояние общества, состояние людей в ожидании чего-то ужасного, в ожидании какого-то катастрофы. Небольшой гарнизон, жизнь офицеров, их жен, обычных солдат. Все это вызывало в свое время шок в обществе. Прошло почти 2 столетия, но проблемы в армии, озвученные Куприным, никуда не ушли. Человеческие отношения, дружба и даже любовь отражаются глазами офицера Ромашова. Его сыграл молодой актер драматического театра ДВО Василий Кирин. Ну, я поддерживаю его романтизм, скорее всего, потому что мне именно близок он этими чертами, романтизмом своим, какими-то мечтательностью такой. Но этот человек, он все равно нравственно, как бы не морально неустойчив. Специально для этой постановки уссурийские авторы сочинили музыку. На сцене зритель не увидит обычного набора декораций, а сами актеры будут много двигаться. Мы старались сделать этот спектакль живой, чтобы он был живой, современным и убедительным для зрителя. Посредством, конечно, современной хореографии, необычных пластических мотивов. В постановке задействован весь состав труппы театра. У Куприна все произведения насыщены персонажами, поэтому в спектакле каждый играет по 2 роли. Для нашего театра, может быть, это впервые, когда вся труппа попыталась коснуться в другой совершенно ипостаси, сыграть классику, особенно военную классику. Поэтому и мундиры у нас немножко стилизованные, и поведение, и характер, который играет много. Но это нужно смотреть. Посмотреть премьеру «Поединка» можно уже в следующие выходные, 12 октября. Анна Маринец, Антон Войцеховский, Телемикс.